Всем привет! Сегодня будет первая домашняя фотосессия у уточек. Да, я хочу фоткаться. Лили, уточка, Лера и Милка Hello Kitty тоже будет фоткаться. Но в основном будут фоткаться уточки. То есть ты и Лили. Да, потому что мы больше всех любим фоткаться. Можно я буду первая фоткаться? Хорошо. Я одену вот такие вот очки своей уточки. Они радужные. Ну все, давай фоткай уже. Хорошо. Начинаем фотосессию для уточек. Вот так давай фоткай. Ну все, я сфоткала, готова. Теперь будет Лера, а потом Лили уточка и Милка. Хорошо, сейчас я сниму очки. Так, сейчас я. А можно Милка будет со мной? Ну хорошо. Милка, иди сюда. Будет двойная фотка. Эта фотка будет со скрипышами. Они в магнитах уже не продаются. Ну, может быть, еще в каких-то они есть, но у меня уже нет в магазинах. Но я их буду использовать. Несколько штук. Я их буду кидать и фоткать одновременно. Думаю, получится интересная фотка. Да. Давай на счет три начинай. Хорошо. Раз, два, три. Все, фотография получилась. А теперь будет Лили фоткаться. А потом еще раз уточки будут по одному разу. И все. Лили, иди сюда, фоткаться будем на фотосессии домашней. Ты где, Лили? Пойду поищу ее. На машинке сейчас покатаюсь. Ой. Бип-бип. Так, пропускайте их. Лили, я тебя везде ищу. Ты где была? Пойдем. У нас же домашняя фотосессия сегодня. Мы устроили. Идем сюда фоткаться. Пошли. Ладно, пойдем. Куда надо идти? Пойдем со мной. Пошлите к вашему домику. Там будем фоткаться. О, а тут даже есть лампочка для нас. Так будет лучше фотография. Да. Ты будешь фоткаться, наверное, с вот этой вот мини-бумажной уточкой. И с вот такими вот ментосами. Жвачками. На счет три я тебя фоткаю. Хорошо? Хорошо. Делай только на своем телефоне, чтобы было поярче. На твоем-то. Раз, два, три. Все, фоткаю. Получилось. Дай потом посмотреть, когда снимешь видео. Да, дам. Можно я одну жвачку скушаю? Хорошо, возьми одну. Последняя фотка будет с двумя уточками. На вот таком вот фоне с бабочками. С бабочкой, то есть. Все, фоткаю. Готово. Ну ладно, все, давай там прощайся с другими там. А потом дашь мне посмотреть фотки. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, ребят.